www.rti.org.tw. И также включает рубрику «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Ютиной Кулар. Мы рады встрече с вами на волнах русской службы Международного радио Тайваня. Приступаем к обзору новостей недели. Президент Китайской Республики Цай Инвэй выступила 1 января с новогодним обращением к соотечественникам. На Тайване отметили наступление 109-го года создания Китайской Республики. Президент напомнила, что в новом году была поднята минимальная зарплата и субсидии семьям с детьми дошкольного возраста. Появились налоговые вычеты на уход за пожилыми и пенсионная система для фермеров. Упомянула о недавнем открытии южной части 9-го шоссе провинциального значения, а также о скором завершении работ по реконструкции автострады Сухуа и автомагистрали западного побережья. Президент отметила трудности Тайваня в период торговой войны между Китаем и США и рост экономики по сравнению с... Тайвань занял ведущую позицию среди четырех азиатских тигров. Цай Инвэй также упомянула о крупнейшей за 10 лет волне инвестиций на Тайвань. Она сказала, что Тайвань нацелен на новое экономическое чудо. Говоря о политическом аспекте будущего года, президент вновь подчеркнула отказ от формулы «одна страна, две системы». Она сказала, что Китай должен мирно реагировать на различия двух берегов Тайваньского пролива. А главной новостью этой недели стало сообщение Министерства обороны 2 января о крушении военного вертолета «Черный ястреб» Black Hawk UH-60M. На борту было 13 человек, 8 из них погибли, включая начальника Генерального штаба вооруженных сил Китайской Республики Шэнь Инмина. Вертолет совершил высадку на посадку в горном районе Улай Нового Тайбэя. Причина происшествия остается неизвестной. Президент Цай Инвэй выразила соболезнования семьям погибших. Впоследствии она созвала президентскую армию и оборону, в котором были участвовали генеральный секретарь Совета национальной безопасности. На Тайване это уже второй инцидент с участием такого вертолета. В феврале 2018 года вертолет «Глазок» потерпел крушение у острова Сибири, в результате чего погибли 6 человек. В четверг вечером в Натрауле был приглашен государственный флаг в республике. Если кандидатов в президенты Тайваня вышли о остановке своих предвыборных кампаний. Глава Объединенного комитета учредников штаба США генерал Макнелли выразил четверг соболезнования в связи с гибелью главы Комитета вооруженных сил. Ответственность военных соединенных штатов выразить наши соболезнования тайваньским военным по случаю гибели генерала Шейхина и еще семерых жертв крушения вертолета, говорится в заявлении Милля. Милли назвал Шэня исключительным лидером и чемпионом по обороне и на
не охвачено существующим законодательством действий, за которые распространят иностранные силы, таких как политические пожертвования, политическая агитация и лоббирование, вмешательство в процесс выборов, нарушение общественного порядка и распространение ложной информации. Он запрещает политические пожертвования, лоббирование и влиять на местные выборы под руководством или при финансовой лиц, которые могут быть связаны с вражескими силами. Нарушителям будет грозить 5-летний тюремный срок или максимальный штраф в размере 5 миллионов новых тайваньских долларов. Это 165 тысяч долларов США. Под вражескими силами законопроект принимает любую страну или организацию, находящуюся в военном противостоянии с Тайванем и стремящуюся подставить под удар его суверенитет. Выявление, где депутаты разных партий не смогли достичь консенсуса по ключевым пунктам законопроекта. Президент Тайваня Цай Инвэнь сказала во вторник, что правительство будет проявлять осторожность в применении этого законопроекта. Тайваньский народ будет
предлагает свое восприятие Китая. Вот такое мое отражение. Очень характерное в своем роде для русской литературы. Сирены. Изучают утонченные, полные рефлексии, иронии. Я думаю, значит, случайно коррелированные, простой по своему замыслу и охвату тем. Максимилиан Волош достоин этой работы русской литературы. И хотя держал он несколько особняком, его боялись. И в общем, не скажешь, что он принадлежит, что, так сказать, как бы не мейнстрим. Он просто не был в Китае, который даже может быть не вполне его же поэта Серебряного века Максимилиана Волошина о книге Поля Кладеля «Познание Востока», в которой французский поэт и писатель создал очень яркий, характерный именно для Серебряного века, для конца столетия, если говорить в терминах французской истории литературы, образ Китая, яркий, импрессионистский, глубокий. Первая тема, которую Волошин уделяет в книге Кладеля, это отождествление древнего Китая могучим деревом, растущим из глубин земли и крепко стоящим в ней. Вот как он это описывает. Напоминаю еще раз, что Волошин, конечно, создает свое понимание Китая, создает свой образ Китая, который косвенно к книге Кладеля. Итак, Волошин пишет вот что. Что повлекло Кладеля в Китай? К
ему, равно как и ко всему его творчеству, мы найдем в одном символе и возлюбленном. Когда свои 5 трагедий он собрал в одну книгу, он назвал ее «Дерево». Смысл человека в мире стал ему понятен через дерево. Разве человек не дерево, которое ходит? Он также поднимает голову и ветви свои, распростирает в небе и корни свои внедряет в землю. Я найду их, нагнувшись, я коснусь пальцем своей ноги. Так он пишет в своей песне «Поиграни отдых 7-го дня». В «Златоглаве», написанном до отъезда в Китай, мы находим такую комнату, которая может быть его личной истиной. Дерево было моим отцом и моим учителем. Иногда приступы горькой и черной тоски делали для меня всякое человеческое общество нестерпимым. И я задыхался в том воздухе, которым дышат все. Мне нужно было уединение для того, чтобы в нем вырастить ту обиду, которая росла во мне. И я встретил это дерево и поцеловал его, сжимая в объятиях, как самого древнего человека. Потому что раньше, чем я родился, и после того, как мы все придем, оно здесь. И мера времени на него иная. Сколько после полудня я провел его ног, опоразнивая твое сознание от всяких шумов. Широкошумное, открой мне то слово, которое есть я сам. Все странное напряжение я чувствую в тебе. Ты тому одно непрерывное напряжение, одна воля высвободить свое тело из мертвого вещества. Как ты сосешь землю, внедряя и распростирая во все стороны свои сильные, проницающие корни. А небо, как ты выжимаешься в нем, как напрягаешься ты. Все в своем дыхании, в своей листве, великие.